В общении с хулиганами помочь может только... Городцы, шумки, опушенка, ловлюсь. Да еще травматический пистолет. Ночной дозор. Я лежу на хирургическом столе пластом. Два ранения огнестрельных в теле молодом. Голова прострелена контрольным выстрелом. Уже светает. Три молодых человека в сопровождении сотрудников милиции и медиков скорой помощи ожидали нас на месте происшествия. Кто из них кто, мы догадались не сразу, потому обратились за разъяснениями к обоим. На третьем в этот момент хлопотали врачи. Шли по улице, гуляли с пацаном местным. Прошел мелкий, малый называется. Имени не знает, серьезно. Он предложил, у нас как раз денег нету. Я же не знал, что вытащу тут биту. Ну тащу за ты, что дальше? Ну, ляпнули его. А то сосы себе покрестрял. Завязалась драка, с трудом поняли мы рассказ Евгения. Причем, по его уверениям, трое вовсе не нападали на одного, а оборонялись от него. Кто же такой этот Арнольд местного пошива? С удивлением воззрелись мы на невысокого паренька. И за что он их так? Ну, денег, наверное, хотели или что? У них спросили, чего. Вы ничего не говорили, да? Ну, слов было мало, больше было действий. Поздним вечером возвращался после тренировок. Ну, пусть уже недалеко был от родного дома, поэтому... Случилось приключение в районе Школьной. В районе Школьной подошли три человека, отвлекли мое внимание, попытались, обошли с трех сторон, спросили, какой-то отвлекающий вопрос задали, один из них сзади обошел, достал из рукава биту, попытался нанести удар. Доставая биту, негодяи даже представить себе не могли, что случайный прохожий из потенциальной жертвы вдруг превратится в нападающего. Что внушительная бита для него не представляет никакой опасности, потому что занимается Валерий. Карате, шинки, опушенка, ловлюсь. Спасибо, кстати, инструкторам за реакцию, за отмену. А реакция и впрямь оказалась отменной. Хулиганы до сих пор обескуражены таким поворотом дел. До сих пор в себя прийти не могут с ужасом, вспоминая непредвиденный поворот дела. Ну, удар прошелся по касательной, я пригнулся. То есть угрозу для жизни воспринял реально. Разорвал дистанцию. Там еще один удар пришелся, я тоже по касательной его принял. После чего выхватил пистольный травматический пистолет ОСА и нанес серию ударов, серию выстрелов произвел. Перепуганные парни дали дёру, а Валерий обратился к сотрудникам милиции, те как раз проезжали мимо. С пострадавшим на борту милицейская машина двинулась на отработку района. Поиски их быстро увенчались успехом. Проезжая мимо центральной дороги по улице Фадеева 1А, по адресу центра Надежда, увидели двое людей, останавливают машину. Один из них в крови, за лицо держится. Подъехал, спросил, что случилось. Они говорят, нас ограбили. Попросили бы тебе, чтобы посмотреть на них. Он говорит, да, это я, нет. Пострадавшего хулигана скорая увезла в больницу, напарника его забрала милиция. Третий, судя по всему, успел сбежать, но расплата все равно настигнет его. А Валерий отправился домой, радуясь, что добро снова справилось со злом. Огромное спасибо хотелось бы сказать сотрудникам милиции, которые оперативно отработали район и задержали нападавших. То есть вот, несмотря на то, на состояние вообще всего, то есть люди... Честно, хорошо, да, работают, отработали, то есть задержали нарушителей. Вот пример. Премию вот им надо выдать. Программа «Ночной дозор» и страховая компания «Защита».